Итак, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Alisa Madness Returns на PlayStation 3. И в прошлой серии мы с вами повстречали шляпника. Он попросил нас найти его части тела. Это руки, ноги, ну и, наверное, шляпу, скорее всего. Вот, я тут немножко побегал, как вы могли заметить. Я разбил бочки и открыл проходы. Сделал я это из-за того, что у меня немножко подтупливала плата захвата. Я обслужил, наконец-таки, компьютер свой после 2 лет, да, практически не обслуживания. Ну так, чисто немножко пыль смахнул, пропылесосил, и все на этом. То есть не менял ни термопасту, ничего. То есть уже где-то 2 года. Поэтому это нужно было сделать. Ну, где-то не 2, может быть, не знаю, год, может быть, 1,5 года точно. Вот, и решил обслужить. И вставил просто-напросто плату захвата не в тот USB-порт. Надо в 3.0, а я в 2.0, и бывает подглючивает при записи, когда в 2.0 подключаешь, поэтому за этим, да, иногда надо следить. Ну и бывает, у меня еще компьютер подглючивает после чистки. Это прям, ну не знаю, 2-3 дня после чистки. Бывает, подглючивают программки, компьютер может там не включиться или просто выключиться. Ну, такое порой бывает. После нескольких дней использования все работает нормально. Вот. Но, в принципе, вы ничего не пропустили. Я чисто только разбил реально эти бочки, открыл проход, и все на этом. Как бы ничего особенного вы такого не пропустили. Здесь у нас 2 прохода. На одном есть вот такой вот плита, вот такая нажимная. Активно только если на нее надавить. Окей. Можно нагрузить нажимную плиту часовой бомбой. Интересно. И вот здесь вот такой вот проход. Я вот не совсем понимаю, что за что отвечает. Наверное... наверное, нужно часовой бомбой. Ну, сейчас давайте встанем, попробуем. А, да, во. Открылся проход. Окей. То есть, если я... Да, я даже не успею добежать. Кинем бомбу. Она не кинулась ни туда. Вот. Отлично. Все, успели. Нормально. Так что, да, немножко были такие проблемки с записью у меня. Нюхни и срогни. Чего? Зонтик? Заведи и придави. Ансамбль или разрушение. Интересно. Нюхни и срогни. Так, окей. Я слышу хряка. Типа туда надо, да? Показывает. Где он хрюкает? А, вон он. Сволочь. Черт, не то. Не та кнопка. Воспоминания. Где это было? Погоди. Что-то я не понял, где это было. С какой... А, вот, увидел.
Хорошо, давайте подберем зонтик. Нажмите X, когда сфокусированы для блока с помощью зонтика Алисы. Капец, это походу, блин, столько всяких механик. Я вряд ли все запомню. Комбинации. Если во время использовать блок, Алиса сможет отклонять некоторые атаки врага. Сейчас на меня нападет кто-нибудь, да? Да. Оу. Прикольно. Ай! Ай! Я сейчас сдохну, короче, понятно. Я забыл, как пользоваться этим всем. Оу! Его же атакой надо. Я понял. Ой, блин. Не успел. Окей. Ладно. Конечно, переиграть. Я путаюсь. В кнопках я забыл, что за что отвечает. Просто-напросто. 5 это ты хрюндели, да, надо? Давайте. Да блин, опять не то нажимаю, ё-моё. Ну ладно, погнали. Ну, в принципе, не сложно, просто я тупил конкретно. Ой-ой-ой! Давай, кидай, сучка! Оп. Перегрев. Давай, пуляйся. Пуляться будет? А, нет, не пуляться будет. Не пуляться. Что-то он не пуляется. Странно, почему? Окей. Погоди. Давай. Ой, блин. Во. Я понял, я не вовремя. Ой, блин. Есть. Ну, приблизительно я понял, как этим пользоваться. Приблизительно понятно. Типа надо вот, когда именно попадать в тайминг. А как я вон туда должен попасть? А, ну в принципе долететь, наверное, смогу. Наверное, не знаю. Попробую. А то опять придется сейчас. Нет. Алиса, в твоем-то возрасте хватит ребячества. Чуть тебе не нравится. Нормально, все, допрыгнул.
Так, ну, в принципе, понятно, как пользоваться. На время будет или навсегда? Видимо, навсегда. Окей. Так, ну, меня показывает вон туда вообще. Типа, иди туды. Скорее всего, это туда надо идти. Первым делом. А, нет. По-моему, без разницы. Типа, туда, либо туда. Ну... Заведи, придави. Давайте пойдем туда. В принципе. Так, я смогу долететь-то хоть? Я обязан буду. Черт, черт! Не попал. Хорошо. Надо было чуть-чуть пораньше. Вот, надо было как. Я немножко сглупил. Еще не привык к этому полету. Честно так сказать. Так, что-то мне это не нравится. Так, что оружие? Я могу что-нибудь? Я могу перцемолку снова улучшить. У меня хватает. О, погодите. А, у меня не сохранилось. Я понял. Точно, у меня же не сохранилось. Я понял, все. У меня просто не сохранился прогресс. Я вышел из двери, которую мы в прошлой серии зашли. И опять на меня напали эти чудики. Разорители, или как их там. Поэтому, да, я не прокачал. Просто-напросто. Надо будет повнимательнее быть с этим. Так, ну тут-то чё... Миры, несмотря на то, что пустынны и неизведанны, отнюдь не безлюдны. Могу тебя еще призвать? Нет. И вернуться я... Ну, интересно. Прикольно. Ах ты зараза. Блин, тайминги. Не мое это. Ваш новый лидер. Мартовский заяц. А, это тот заяц. Я понял. Прикольно. Он типа здесь заправляет всем теперь. Интересно. Ручка. Промышленность процветает благодаря страданиям и разорению. Это превратило Ист-Энд в отстойник. Может, тебе стоит подумать о простой фермерской жизни где-нибудь в Австралии? Мы могли бы избавиться от остатков твоего прошлого. Ага. Кстати, эта пушка стала скорострельней, по-моему. Оу, я понял. Чуть ли не прыгнул. Опять эти гребаные тайминги, но это не мое.
просто не мое. Искать тайминги. Что-то знакомое. Черт возьми. Всякие шестеренки. О, я их помню. А что у меня тут бывает? Тоже видно, нет? На записи. Да, на записи это видно. Ха, это не только у меня на экране. Какие-то артефакты белые. Когда поворачиваю быстро камеру, бывает. Что за дичь? Только сейчас заметил. Странно. Откуда они? Че, вы издеваетесь? А, во, все. А он, интересно, бесконечный или взрывается через какое-то время? Мне просто интересно. Да, взрывается. Интересно. Ну, тут, в принципе, достаточно времени для того, чтобы... Дали бы мне теперь... А, во. Вот. Тихо. Самое главное, не провалиться. Так, я вижу, есть проход наверх, вон там. Так я не уверен, можно ли туда попасть. Вон туда. Вряд ли я смогу. Да, я не смогу так сигануть. Блин, это меня вообще... Короче, капец, дежавю какое-то. Вот видите, да, какие-то артефакты, что за фигня? Это не проблемы с платой захвата. С ней такое никогда не бывало. Это не плата захвата. Это, скорее всего, сама игра. Так. Я успею? Интересно. То есть, а если я... А там я не смогу запрыгнуть туда. Мне придется как-то в тайм. Меня убило тут же прям. Ладно. О, я тут же появился. Ништяк. Да как? Я же ушел. А, нет, еще не ушел. Я понял, я понял, я понял. Во, вот так надо было. Окей. Я просто туплю маленько. Вниз можно. Я пока туда не пойду, я посмотрю, что здесь. Полита нажимная. Ты мелкий засранец. Так, я так понимаю, что мне нужно... Сейчас будет вон туда. Сейчас нажимную плиту надо нажать. И как-то вот туда, вот наверх, там пройти. Понятно. Короче, мне... можно, думаю, вниз спуститься. Здесь, скорее всего, воспоминания будут. Да. Бутылка, точнее. Все? Может, тут ничего нет. Так, а сколько я бутылок собрал? 9 из 18. Ракушек мне ни разу не попадалось, ни одна. Воспоминаний собрано 17 из 26. В принципе, неплохо идем. Рыл 9 из 14. И розы, я так и не понял, что за розы.
Короче, да, какие-то артефактики, ребят, сегодня будут на экране. Что-то прям... Либо это тоже было так же. Погоди, что там? А. Да ё-моё, блин! Алиса! Так, где я? А, да ну нафиг. Серьезно? Окей, ну ладно, это не сложно. Интересно, у меня там сохранилось все, что я собрал. Да что ты будешь? Короче, тут по 3 смерти, да, я так понимаю, и ты обратно назад уходишь. Опять не попал. Да. Ну, сейчас как раз проверим. Не мое это тайминги, ребята. Реально, не могу понять, как этим пользоваться. Сейчас проверим, ну-ка. А то, может быть, придется опять воспоминания ну, точнее, бутылку эту. Да? Нет. Все собрано. Ну, я проверил, по крайней мере. Вот так надо было сделать просто. А, я понял. Это тайминги, да. Точнее, на время, а не тайминги. Это на время. Зараза. Я это не очень люблю. Тайминги и время это не мое. Просто не мое. Ну тут вроде бы достаточно так-то. По времени, я думаю. Но лучше бы поторопиться мне. Есть. Нормально было еще время. Так. Черт. Не хочу туда идти. Но придется. То есть ты хочешь... Я себе поближе подойду. И сделаю вот так. Хе-хе-хе, нормально. Они еще выше. Это тоже на время, да? Или они поднялись? Сейчас посмотрю. Они опустились, да? Да, они опустились. Это тоже на время. Да? Сейчас проверю еще раз. А, нет, они... Да, они сразу спускаются, я понял. Давай, делай свое дело. Бежим! Бежим! Опа! И вниз поехали. Нет! Нет! Черт! Оно тоже спустилось. Ё-моё! А я уже обрадовался. Зараза! Сейчас сначала. Ёкарный баба, я думал. Там и дверь закрывается. Вы что, издеваетесь надо мной? Я офигею, ребят. Вот это я, конечно, лоханулся конкретно. Я думал, что это... Там дверь не закроется. А она закрылась. Вот зараза. Я понял, ладно.
Я понял. Надо будет сразу бежать. Ты лоханулся конкретно. Лучше трудиться, чем получать за это деньги. Живите этими словами. Такой смех. Ой. Ой! Не то! Жри! Хе-хей! Чё ты, сучка? Давай, иди сюда. Затупил. А, вот почему тут, типа, придави и все так. Ё-моё, вы что, издеваетесь? Как я туда пройду? О, еще и за мной дверь закрылась, зашибенно. Он, походу, видит меня. Этот заяц. Засранец. Ну, ладно, это легко. Окей. Смерть, много вот таких чубриков. Он сзади, дура! А, нет, никто не появился? По-моему, кто-то же вылез, нет? Кстати, а что там было нарисовано? А, часовой этот. Я понял. Часовая бомба. О, привет. На время это? Да. Окей. Ну это, в принципе, не проблема. Его задавило. Лошара. Зубы, правда, не собрал. Ну ладно. Зубы, клевер. Смерть туда. А где клевер? Ой, клевер, все этот. Как оно называлось? Как оно называлось? Клевер это, блин, а как? Не васильки, я забыл. Как эти цветочки назывались? Вылетел с головы. Почему оно тут нарисовано, его нету тут? Странно. Может быть, какой-то все-таки проходик есть? В стене, может быть, нет? А-а. Ничего нет. Короче, сейчас будет, типа... полубосса. О, я вижу эти. Черт тебя дери, я вижу чайнички. А я могу? Погоди-ка. Нет, я не могу, по ходу дела. Я решил просто схитрить, попробовать. А, хрен там, я не схитрю. Ладно, хорошо. Самое главное не заходить сейчас туда. О, я могу схитрить. Е-е-е. Эй, сучка. Я понял, ему насрать, пока он не активированный. Чёрт, их двое там. Они меня укокошут. Сейчас еще вот эти чувачки будут появляться, да? Чёрт тебя дери. Ну ладно, хрен с ним, погнали. О, чёрт! А я могу свалить? Я могу свалить! Да ну нафиг. Я свалил, ребята!
Хе-хе, лошары. Чё вы там? Хе-хе-хе. Я свалил от них. Ладно, давайте по-честному, хорошо. Ой, мать твою, что тут происходит? Как я должен драться с ними еще? Короче, я их должен заманивать. Что-то не получается. О, получилось. Е-е-е-е. Ой-ой. Чего вас так много? А! Зря я это сделал. Я раздавил его нахрен. Чё, я сейчас вернусь, не беспокойся. Будем честно с вами махаться. Вот здесь безопасно пока что. Чё случилось? Я с ними дрался честно, ну умер один раз, ну ладно. Бывает. Смерть нарисована. Прикольно. Но это было легко. Такое чувство, что по ним можно забраться куда-то. Типа секретиков нет? О, какие клевые часы. Я бы все-таки хотел. Реально. Чтобы они так же искрили еще. Нет, по ним нельзя забраться. Ну ладно. А что, дверь не... А, точно. Маленько вступил. Некоторые насекомые едят свой молодняк, Алиса. Они многое могут нам преподать. Живые или мертвые. Закрыли. Ха, за мной. Понятно. Оу. Чё тут? Страдариум Додо. О, я был прав, это Додо. Натуре. Это Додо. Додо пицца. Я был прав в прошлой серии, оказывается. Это всё-таки... Это птички Додо. Радариум. Так, я слышал. Где-то там. Да, слева. А, во, вижу. А, черт тебя дери! Какого хрена? Я подпрыгнул, я не хотел этого. Так, еще одна бутылочка есть. А это что за махина?
похоже на какую-то мясорубку или типа того. Черт, чуть не улетел. Конкретно. О, ящик. Какие интересные пропустил. Короче, понятно, надо будет не прыгать, когда я сиганул. Вот один раз спрыгнул, все, больше не прыгай. Потому что оно откидывает. Затикало так, что на время, как будто. Меня это бесит все время. Что-то затикание вечно в играх. Эй, поторопись. Ты опаздываешь. Так, ладно. А как мне вон то собрать? Воспоминания. Я понял. Лети. Ох ты, сучка. Я тебя не заметил. Ждрасу. Влезает. Какая текстурка появилась. О. Что-то надо сделать. Не, ну вот это бросается в глаза вообще сильно. Такая светлая текстурка появилась. Думаешь, какого хрена вообще? Так, вроде все собрал, да, здесь? А эти уже дохлые. А те еще живые. Рассмотреть бы их поближе. О! Только сейчас заметил. Можно и пропустить, кстати. Если бы оно бы еще и не светилось бы, я бы точно пропустил. Явно. Так, а как до туда добраться? А, это я затупил. Вот так. Отсюда можно. Накрой клетку канарейки, Алиса, и она уснет. Тотчас же, как потушенная свеча. Заснет сном праведников, как мама с папой. После 10 они спят без задних ног. Ну... В принципе, справились. И тут же за мной дверь, да. Тут же прям. Так, никто не вылез. Ага, никто не вылез. Хорошо. Так, а я там все собрал, погоди. Просто подозрительная вот эта фигня. Чё за эти, реально, как вот меня немножко подбешивает вот это, когда начинаешь елозить. Эти текстурки как будто пропадают, и там начинает карта появляться. Непонятные какие-то артефактики. А, машинное отделение. А, машинное. Машинное, все. Твое упрямство будет вознаграждено болью! Я говорил, прекратите сдаться. Но ты проигнорировала мое предупреждение, так что я не сожалею. Сейчас ты почувствуешь себя маром, которого забросили в кипящий котел.
Ух, как завибрировал геймпад. Короче, они издеваются над ним. Но в первой части он над ними, кстати, издевался, а не там. Погоди, погоди. Ага, понял. Ничего не понял. Эй, ну чё так это? Я так не хочу. Зачем? Камеру как в Резиденте делают. Я бы и так прошел. Ух, чёрт, ёма. Чуть-чуть. Во-во-во, можно разглядеть поближе. У них винты в глазах. Чёрт, одери. Что ты вообще такое? Так, он где? А, он вон там. Я вот отсюда достать не смогу, да? А-а, ни хрена. Просто интересно. Попадет по нему пулька. Хрен там. А, не, попал, ладно. Пролетело. Но ничего не дало это. Так, что она делает? Ясно. Как ты сволочь, а? Мазафака. Каждый раз, когда я не жду. Ё-моё, чё, издеваешься? Охренеть. Чёрт одери. Где там тайминги? Я не умею. Ты не моё. Не. О, чё, он сдох, что ли? Чё с тобой? Тебя перекосило маленько. А, они остановились. Фух. Во! Ты чё, сучка? Борзел? На-ка, жри. А, ему насрать, я понял. Мусоропровод. Фига он там фигачит, блин. Капец. Так, чё там? Ага. Ё-моё, блин. Я чувствую, что я сейчас сдохну здесь раза три. О, нет, он еще и такая камера, вы что, издеваетесь? Окей. А! Я понял, хорошо. Короче, долго стоять нельзя. Да как я должен это успеть? Вы что, издеваетесь? Фу, ладно, хорошо, я это сделал. А здесь как? В смысле я должен? Во, ну это ладно. О, чёрт. А-а-а! Их много! Их очень много. Чё вы, сучки, издеваетесь?
За всеми следить еще? Вы чё? Чёрт, перегрелась моя. Да не на тот ин... Нацеливаешься. Ой-ой-ой-ой-ой. И что? Погоди! Блин, почему она не делала так? Воу-воу-воу! Беги! Вот эти мешают, засранцы. Капец, как сильно. Воу-воу-воу, всё. What the fuck? Да беги, бля. А! Чё, блин? Всё, элф. А я забыл про режим Берсерка, кстати. Я забыл, прикиньте. Я забыл. Пока мне игра не напомнила, типа, нажми, дурак, ты сейчас сдохнешь. Ё-моё, надо будет запомнить это. Что я могу этим пользоваться. Погоди-ка. Заяц, типа, туда. А, ну да. Блин. Я постоянно забываю про этот режим Берсерка, блин. Надо не забывать. Как вы смеете останавливаться? Продолжайте бег, Илюш, помогите мне! А не то я! Да, здоровья у меня не так много. Не, ну, кстати, не так уж и сложно, просто... Я туплю просто-просто. Вот и все. Так-то игра вообще не сложная, можно даже попробовать поднять. Да и чё ты делаешь? Чёрт. Вот это самое сложное для меня. Да ну нафиг, ты чё, издеваешься? В смысле, а как? А как? Погоди. Там безопасное место, где зубы. Я тупанул назад. Не успеваем. Как? Я же... Я понял тебя. Зараза. Фух, еще бы чуть-чуть меня придавило. Я понял.
Слушайте, нормально так восстанавливает. Ништяк. Никак? Нет. Ладно. Че все трясется так? Нет, стоп! Довольно! А, хватит! Прекратите бегать, жалкие болваны! Ты думаешь, это сможет остановить нас? Ничто ж ты пустяк! Я убегаю! Тебе никогда не поймать меня! Даже не пытайся! Свалил, засранец! Погоди-ка! А мне как пройти? Фак. Не понял. А как я должен пройти? Где я что-то? А, нет, нет. А как я должен пройти? А, нет. Вернуться, что ли? Ну попробую вернуться. Что-то я не понял просто. Попробую. А, нет, я не могу вернуться. А куда мне тогда? Что-то я не совсем понимаю. А, во. Ё-моё, я чуть не улетел. Тихо. Я могу? Нет. Не могу. Ловкости будет как нельзя кстати. Не ждите благодарности до моей полной реконструкции. Не почивайте на лаврах, шифонерах, шезлонгах, складных стульях, табуретах. Давай, трансформируйся. Чё ты? О, все восстановилось. Я думаю, сейчас еще прям буквально 10-15, и я думаю, будем заканчивать. Ну тут так же, да? О, бутылочка. Да. Скорее всего, так же. Надеюсь, я не попаду туда же. Будет прикольно, если опять все перепроходить. А, нет. Нет, не туда же. Или здесь, в принципе, можно... Думаю, да. Думаю, давайте остановимся здесь, в принципе. Не каждый же раз нам нужно записывать слишком длинную серию, верно? В принципе, можно где-то и на 55 вот минут, где-то так, записать. В принципе, не каждый же раз по часу, по два, по полтора. Я думаю, нам теперь нюхни и срыгни туда. Там, скорее всего, будет эта крыса.
Здесь был заяц. Кстати, мы можем... А, нет, не можем. Мы туда можем. Там, кстати, лежат ящики. И с них можно лутецкий собрать. Это хорошо. Но вот туда опять мы не сможем. Интересно, рельса идет. Ну, никуда. А здесь также? Да, тоже так же. Ну что ж, на этом мы с вами закончим. Да, будет короче серия, чем предыдущие. Это у нас получается уже какая? Третья серия? Вроде бы да. Вроде третья серия. Вот. Не знаю, сколько там еще мы прошли и сколько еще нужно будет пройти. Но фиг знает, длинная, не длинная эта игра, честно сказать. Если мы уже со шляпником, если в первой части мы со шляпником встречались где-то на половине, что ли, игры, по-моему, что-то типа того. Вот. То есть здесь что-то как-то слишком рано. Но мы еще не видели гусеницу. И этого, как его, блин? Быка, черепыха, блин, как его звали, там я забыл. Вылетело из головы, как его звали-то. Вот, то есть его вы тоже не видели. Ну, еще там до хрена всего. По факту. То есть я думаю, что мы еще только в начале, даже к середине, наверное, не подошли. Игры, я думаю, здесь еще прям бегать и бегать, прыгать и прыгать. Поскольку... А если вы помните, в настройках мы заходили вот когда через главное меню, мы с вами смотрели платья, и там их несколько штук было. То есть это у нас было первое, вот это второе, если мы сейчас зайдем в главное меню, давайте выйдем, мне все равно выходить в главное меню. И вот, допустим, доп. Материалы. По-моему, да? Нет? Вроде бы здесь. Нет, не здесь. А, снаряжение. Точно. Вот, платья. Как вы можете видеть. Гусеница, чешир, шах и мат, дева из плоти, кролик, шляпница и режим истории. А вот такого не было у меня. Хм. А черного платья здесь нет. Интересно. Возможно, эти платья, кстати... О, кстати, это же DLC. Возможно, эти платья... Я знаете, что думал просто-напросто? Что эти платья дает игра. То есть, по факту. То есть, ты в каждой главе тебе дает новое платье. А тут оказывается, что это дополнительные платья, я так понял. Что типа того, они в основной игре не будут. Розы больше не падают с врагов. Чешир. Почему? По ходу дела, что... Да, это дополнительные платья, и они не будут выдаваться в игре. Я просто думал, что я могу... DLC заключается в том, что я, типа, могу выбирать, в каком платье мне бегать. А тут оказывается немножко по-другому, по ходу дела. Эти платья не будут выдаваться в игре. Ну ладно. Я могу... О-о-о! Тесак. Снижает повреждение от противников на 50%. Но это DLC-шка, поэтому, да? Прикольно, я могу поменять. Увеличивает лимит боеприпасов. Но я думаю, со стандартным буду бегать, потому что это все-таки DLC-шка. Я могу это выбрать, но не буду. Оставим все так, как было. То есть вот у нас режим истории, оружие, острый нож. Острый тесак есть. Возможно, нам его дадут, но вряд ли. По игре это все-таки DLC, и скорее всего нам ничего не дадут. Будем с этой перцемолкой и вот с этим ножом бегать. Но я оставлю так, потому что я в первый раз прохожу данную игрульку.
Так что, я думаю, стоит со стандартным оружием. А с DLC-шными потом, уже фишечками, я потом думаю, когда буду перепроходить. Вот, как видите, и Хрюндель появился снова здесь. Интересно. То есть туда мне уже не нужно. Сохранилась игра. Это хорошо, ладно. Ладно, все, на этом точно все. Мы все определили. Оказывается, игра нам будет давать другие платья. А в DLC это совершенно другие платья, которые уже могу выбирать я. А я думал, что просто-напросто в любой момент я могу даже в самом начале игры выбрать другое платье. Я думал, что это так DLC работает. Но я могу сейчас все перепутать и, короче, вообще по-другому все работать будет. Ладно, короче. Разобрались, в принципе, более или менее. Что за платья и что за DLC-шка такая. Ну что же, на этом точно все. Всем спасибо за просмотр и до следующей серии.